1582 году атаман Ермак во главе казачьего войска перешел за Уральский хребет и ступил на неизведанные земли. Но дорогу ему преградили многочисленные отряды сибирского хана Кучума, и завязалось жестокое сражение. Могучая фигура Ермака возвышалась над войском, и каждый взмах его сабли косил врагов, как траву. Захватил атаман огромное богатство, и пожаловал ему царь за это панцирь с золотым орлом и саблю. Но Кучум не смирился. Он жаждал мести. Под покровом ночи напали враги на спящих казаков. «К ладьям, братцы, к ладьям!» — крикнул Ермак и первым бросился в воду. Слишком тяжелый был царский подарок. Слишком тяжелый. Вот так вот. Вот так вот и погиб Ермак. А Кучум очень долго еще искал потом клад. Но не нашел. А знаешь почему? Почему? Потому что в пещере. Дедушка, а что его так трудно найти? Очень трудно. И никто его не нашел до сих пор. Я опаздываю. Дорогой, помоги, пожалуйста, часы повесить. А папа? А папа? Ха, а при чем здесь папа? Папа на руководящей работе. Так что давай, овладевай мужскими навыками. Ты видишь? Если не ты, то некому. Ну все, мам, я пошел. Молодец. Год часы лежали. Пирожки? Объедение просто. А позавтракать? Мам, я не могу, я опаздываю. Подожди. Слушай, Костя. Ты это, с девчонками-то не скромничай, посмелей. Да. Понимаешь, археология-то, конечно, археологией. Но настоящая жизнь куда интересней. Не будь ботаном, как твой дед. Пап. Извини. Мам, тогда я их в руки возьму. Ты телефон взял? Да взял, все, я пошел. Все, пока. Давай, пока. Пока, давай. Стройся! Я пошла. Все, мама, уже раз. Дождь. Я вождь? Несомненно. Сегодня, чтобы изучить историю Пермского края, мы отправляемся в археологическую экспедицию. Живот потяни. Так как я ваш руководитель, сочинитель, я несу за вас ответственность, поэтому слушаемся только... Кого нет? Синицына. Оштрафуем. А вот и он. Опоздал. Пирожки. Оштрафован. Значит, моя очередь. Налетай, тихо, нет, тихо. Не по очереди, пирожки. По очереди. Я первый, я давай. Первый. А я следующий. Обойдешься, обойдешься. Пацаны. О, ура, наконец. О, вкуснейшие пацаны, пирожочки. Пацаны. Уточкины. Да? Вам пока давайте, рано. Давайте. Синица. А нам? А я уже тут. Я выиграл. Все сели! Да! Полетели! Давай.
Вот. Помолчи ты уже. Вот, Андрей Николаевич, пришлось браслеты надеть, буянит. Куда ее? Маша, воровство это серьезно, это статья. И в следующий раз я могу не выручить. А вас никто и не просит меня выручать. Камеру ее. Наручники сними. Не надоело? Ты хоть мать пожалей! Иди в машину! Давай, давай! Гриш, отвези ее домой. Комсомольская, 17. Есть. Анатолий Сергеевич? Осторожно, горячо. Вот. Ну как? Вкусно. О, да. Еще 5 минут и будет готово. Хорошо. Клево. Это что такое? Салат. Да. Салат? Угу. Я рад. Так. Что тут у нас? Вот. Улов более чем удачный. Молодцы, огурцы. Да. Можете идти отдыхать. Заслужили. О, круто! Запиши тут. Ну, а у вас тут что? Один черепок и гвоздь какой-то ржавый. Анатолий Сергеевич, а можно мы кушать пойдем? Обед еще никто не объявлял. Юные археологи. Юный археолог вперед. Кто ищет, тот всегда найдет. Гениально. Да? Ага. Это теперь наш новый девиз. Молодец, Синицын. Чик-чик-чик. Ну что, можешь идти отдыхать? Не хочу, Антон Сергеевич. Можно я еще покопаю? Да? Ну ладно, копай. Спасибо. Пора объявлять обед. Ага. Вить, только ты запиши тут все. Хорошо. Искатель-копатель. Витя, хватит работать, пошли кушать, пока не остыло. Не могу. Синицын еще не всю ерунду выкопал. Синицын, хватит уже копать. Да забейте вы на него. Пойдем? Пойдем. Ладно, потом запишу. Тут ящик какой-то, на ларец похож. Анатолий Сергеевич, тут Синицын опять что-то откопал. Вот. Ой-ой-ой-ой, ну-ка. Честь. Анатолий Сергеевич, это ларец строго.
Мне надо позвонить. Эй, ребята, все сюда! Алло, Марк Захарович, это Зябликов. Узнали? Марк Захарович, у нас тут такое. Ларец, печать Строгановых. Да. Понял. Руками не трогаем! Анатолий Сергеевич, а давайте его откроем. Ни в коем случае. Это же историческая ценность. Так мы не повредим. У нас есть ключ, вот видите. Давай его сюда. Здравствуйте! Проходите! Марк Захарович, как хорошо, что вы приехали, а мы вас все ждем-ждем. Вот, историческая ценность. Все под моим началом, под моим руководством. Вот он. Ты что ли нашел? Я. Вот уж действительно повезло. Надо звонить в Москву. Ага. Надо, Марк Захарович. Борвелла, отработаем. Понял. Здрасте. А что говорить? Спасибо, Паша. Молодец, что нашел. Я не Паша, я Костя. Все равно молодец, а пока не мешай. Ребятки. Ну, что я могу сказать? Наша находка – величайшее событие в истории археологии Пермского края. Я рыжий. Да, шеф. Переключи на новости. Пермское телевидение. Обнаружен ларец, который, по мнению историков, принадлежит одному из основателей династии Строгановых. Эта находка позволит нашим ученым-краеведам сделать настоящий прорыв в изучении истории династии и всего нашего края. Сделаем, шеф. За комментарием мы обратились к нашему ведущему специалисту в области археологии. Подробнее об уникальной находке нам расскажет директор Пермского краеведческого музея Марк Захарович Кукушонок. Можно с уверенностью сказать, что находка бесценна. Содержимое ларца, а это, как мы сейчас увидели, карта, возможно, приоткроет некоторые тайны из истории Прикамья. Завтра из Москвы в Пермь приедет группа экспертов, которые будут работать совместно с историками Пермского края. А теперь о погоде. Завтра в Пермь. И чё, Дмитрий? Значит так. Есть срочный заказ. Дело очень важное. И требует безотлагательного вмешательства. Привет, мам. Привет, Маша. А он что здесь забыл? И тебе привет, Маша. Маш, сядь, пожалуйста. Маш, пожалуйста, ну сядь. Вот сейчас будет тортик. Жаловаться пришли, да? Вот твой любимый с фруктиками. Маша, я хочу с тобой поговорить. Жизнь такая быстрая. И в ней все хотят счастья. Я хочу, чтобы ты была счастлива, чтобы мы были счастливы. И вот мы подумали и решили, что с этого дня Андрей Николаевич будет жить с нами. Очень смешно.
А мое мнение здесь не учитывается, да? Так вот, я против. А вам что от нас надо? Валите отсюда! Сядь! Юная леди, с этой секунды все пойдет по-другому. Ты чего-то распоясалась за последнее время. С тобой нужно построже, и Андрей Николаевич мне в этом поможет. Мама, и вот он тебе дороже, чем я, да? Он тебе дороже, чем я? С папой было лучше! Достала меня! Я, пожалуй, пойду. Сядь! Счастливо оставаться! Маша, вернись! Маша, вернись! Костя! Дядь Миша, Ларису уже увезли? Нет, здесь еще. Ждем. Должны приехать уж скоро. Дядь Миша, можно я Ларису посмотрю, а то ведь увезут в Москву. Фу, а точно выдержит? Что-то у меня самбре разыграл. Нормально. Я у знакомого альпиниста взял. На Семенаверье сходил. Царство ему небесное. Так это что, спокойненько? Спокойненько, Рыжий, ты для подстраховки. Мы возьмем нахрапом. А ты чё что? Бей стекло и кидай шашку, вот эту. Понял? Прикольно. Сверим часы. О, у меня нет часов. Не дрейфь. Михалыч, тут гости из Москвы приехали. А что-то они раненько. Давай вниз. Сейчас встречу. Костя, руками ничего не трогай. Точно, побудь тут. Я до лестницы. Группа приехала. Конечно, дядь Миша, да. Пожалуйста, проходите. Это что такое? Почему посторонние в помещении? Как же вы плохо охраняете предмет старины? Так это вот как раз и есть виновник. Костя, он нашел ареста. Дайте пожать руку герою, который нашел для нас такое богатство. Я имею в виду нашему краю. А я бы даже сказал, всей стране. А вы из Москвы? Из Москвы. Из Москвы. А из какого института? Из нового. По поиску старого. Так с какого? Вот что значит научная любознательность. Как же нам не хватает парней таких, как ты. А это там что такое? Где? Да вот же. Оп! Держи.
Какой интересный у тебя ключ. Да, бабушкин ключик тут. Должно быть серьезный замок у бабушки. Бог мой! Что ты тут делаешь? Пошел вон отсюда! Нечего платить! Пошел пояс за кого! Уйди! Ты что? Проваливай отсюда! Отстань! Коллега, не пора ли нам пора? Что ж, рад был познакомиться, коллега. А тебе, мальчик, желаем удачи в поисках исторических ценностей. Как ты говоришь, тебя зовут? Костя Синицын. Так держать, Костя Синицын. Коллега. Стойте. А расписаться? Я за вас должен. Расписаться. Вот. Прошу. До свидания. Что? Что? Боря говорил в музее. Беги сюда. Бегу. Кажись, ларец украли. Вот это да. Что сейчас будет? Костя, уходить тебе надо. Давай через черный ход. Тебя тут не было? Да, хорошо, дядь Миша. Понял? Да понял, понял. Не проговорись, а то меня уволят. До свидания, дядь Миша. Вы хоть понимаете, что это такое? Историческая ценность. Национальное достояние – дело государственной важности. На самом деле, главная ценность – это карта, которая была в ларце. А что за карта? Карта Перми Великой. Угу. Мы даже не успели снять копию. Возможно, эта карта – ключ к сокровищам Ермака. Товарищ майор, необходимо сделать все возможное и невозможное. Сделаем. Допросите свидетелей. Допросим. Проверьте все камеры видеонаблюдения. Проверим. Давай. Вот те раз. Что такое? Гаденыш этот мелкий ключ увел от бабушкиной квартиры. Мы с мамой 3 года о море мечтали. Я уже неделю в плавках сплю. Ты что мне весь отпуск собираешься испортить? Костя, ну что ты в самом деле? Там море, горки, все как ты хотел. Посмотришь на развалины, их там много. А здесь что делать будешь? Опять это твоя археология? Все детство с дедом в разъездах. Ни друзей, никого. Ну кто нам эти Строгановы? Никто. Папа, а я к бабушке поеду. Какой к черту бабушке? К твоей. К маме? Ну да. А что? Мысль хорошая. Пусть едет. А мы билеты успеем сдать. Ну, сэкономим немножко, тебе что-нибудь купим. Ты шутишь? Ну, если не хочет человек, что его, заставлять, что ли? Да я с ума сойду, я его здесь не оставлю. Мама, все будет хорошо, я уже взрослый. Мужик дело говорит, и бабушке поможет, и сам отдохнет. Что ты там будешь делать у бабушки? Ты заскучаешь на второй день. Не заскучаю я. В деревне заскучает. Ты что? Там огород, речка, рыбалка, грибы, ягоды. Сам бы поехал с удовольствием, но... Ну, не знаю. Костя, будь осторожнее. Уходя, закрой форточки и выключи газ. Хорошо, мам, обязательно. Так, Костя, вот тебе деньги. Сразу все не трать. Спасибо. Мы прилетим, я тебе отзвонюсь. И предупрежу бабушку, что ты к ней приедешь. Помогай бабушке. В речке долго не купайся. И не ходи на эту дискотеку. Так, ну, Аня, ладно, мам. Давай быстрее. Все. Такси ждет. Давай, давай. Давай. Ой. Насчет дискотеки. Повесели и там. Пока.
Берем паренька. Куда это он собрался? С таким рюкзаком. Следопыт чертов. Давай, давай, давай. А, вот тебе поворот. Тебе что, куда? С легавыми заодно? Я на том зал. Садись, везу. Звони шефу. Так зачем тебе автовокзал? Да я к бабушке на каникулы. Слушай, а ты случайно не убежал? Родители-то в курсе? Конечно, в курсе. Хотите, я сейчас при вас маме позвоню? У меня телефон с собой. Не надо, не похож ты на беглеца. Посмотри, ты ее случайно не видел? Нет, не видел. А кто это? Девочка она, Машей зовут. Если ее увидишь, пожалуйста, передай об этом в ближайший полицейский участок. Хорошо? Да, хорошо. Обязательно передам. Здрасте. А как к центру пройти? А ты к кому, мальчик? Дом-то какой нужен? А, да мне вообще в исторический центр, ну, там, где город зарождался. Ой, выйдешь направо и вперед, вперед, вперед. Одна улица, не заблудишься. Ага, спасибо. Слушай, а возьми простоквашки. Сама делала? Нет, нет. Натуральный продукт. Нет, не люблю, спасибо. Да мне дайте, пожалуйста, простой водички. Тебе с газом, без? Да, без, без. ₽30. 30? Ну, вот. Спасибо. Девочка, до свидания. Может, мармеладику? Сама ешь. Туда, к бабушке. Пирожки несешь, красная шапочка. Я Сереголк, отдай мне их. Подожди, а тебя случайно не Маша зовут? Случайно Маша? А ты что, меня знаешь? Фотографии твои видел, тебя полиция ищет. Ты вообще в курсе? Ха, ну пусть ищут. Еще долго искать будут. Прячься! Ты что? Тише ты. Видишь, тебя на красной машине? Это бандиты. Это? Откуда ты знаешь? Это они ларец Строгановых украли, который я нашел. Какой ларец? Ну и где твоя обещанная заправка? Навигатор показывает, что здесь. Валера, ты видишь ту заправку? И я не вижу. Карта у них. Что за карта? Твой телефон. Погоди, ты что, ботан какой-то? Ну, типа из этих умники и умницы. Я поняла. Да сама ты ботан. Это историческая ценность. Карта от чего-то важного. Есть копия. Сейчас покажу. Дай сюда. Вот видишь, тут на месте Чердани в кружочке крест. Возможно, это подсказка. А может, клад. Проедемся еще. Спросим кого-нибудь. Валер. Рыжий. Ладно, я пошел. Пока. Погоди, а ты интересный, ботан. Тебя как зовут? Костя. Все, пока. Погоди, Костя! Ну нет уж, я с тобой. Зачем ты мне нужна? Фотографии твои везде, да и полиции ищут. Мне одному проще.
Зато он надежнее. Ты же ботан, а у меня черный пояс по карате. Круто, очень круто. А еще я умею добывать еду в разных условиях. У меня большой опыт. Воровать и попрошайничать. Классный опыт. Лучше не бывает. Ну, возьми меня с собой, а? Ну, пожалуйста. Ладно, пошли. А ты еще сомневался. Только если там правда клад, черт, половина моя. Сейчас размечталась. Да ладно, шучу. И вообще, помоги девушке с рюкзаком. Что? Иди в пень. Костя пропал! Я позвонила Валентине Гавриловне, он не приехал к ней! Сметану! Надо найти сметану! Какую сметану? Чтоб спину помазать! Я тебе говорю, Костя пропал! Че ты кричишь? Ты ему на мобильный звонила? Звонила, телефон для зоны доступа, надо домой лететь! Мы только что прилетели! Куда лететь? А еще ребенок! И он там один! Хорошо! Хорошо, мы поедем! Только через неделю. Ты как был бездушный и чувствительный. Ты таким и остался. Андрей Николаевич, слушай. Беглянку твою видели в Чердене. Один из местных опознал. Сейчас съезжу, проверю. Конец связи. Гриш, срочно в Чердене. Должны найти церковь. Первая церковь на Урале была построена именно в Чердане Аникой. Аника построила церковь? Не построила, а построил. Завались, пожалуйста, и пойдем искать церковь. Пошли, мои хорошие. Пойдем. Давай. Здравствуйте. Здрасте. А где у вас церковь находится? Здравствуйте, ребятки. А зачем вам церковь? А мы просто путешествуем, сфотографировать хотели. А, угу. Ну пойдем. Покажу. Пошли. А как вашу козочку зовут? Фрося. А погладить можно? Погладь. Простите, а это и есть та самая первая церковь, которую построила Аника? А ты откуда знаешь? Нет. Эту церковь построили уже праправнуки Аники. Что-нибудь осталось от старой церкви? Да, у нас остался вон, старый колокол. На колокольне. А можно нам на него посмотреть? А подождите, я сейчас вам покажу все. Да нет, мы сейчас сами. Маш, идем. Ребятки, да погодите! Смотри, медведь какой-то. Это как-то связано с гербом Строгановых. Медведь, кстати, был символом мудрости уживших здесь до него вагулов. Вагулы? Ну, был такой народ. А. Подожди, на моей карте есть точно такой же медведь. Точно! Это место совпадает с верхнечасовскими городками. Ну, нам туда. Смотри, вагулы! Бежим! Здрасте, а ой, вы... все было очень хорошо, нам все понравилось, нам пора. До свидания. Ботан.
Отвяжи хотя бы конец. Хорошо. Давай быстрей. Да, сейчас, сейчас. Маша, куда? Покажи. Эй, шпана, брысь с лодки. Вылези из лодки. Давай быстрей, Костя. Кому сказал? Вот. Ну ты будешь прыгать, а? Маша! Не могу я. Ладно, пока. Ну да я сказал, не буду. Маша! Не трусь, смотри, как здорово! Черт! Это он! Только не это! Рыжий, поворачивай, это он! Давай. Гони, Рыжий, гони! Давай! Попался! Хватай его! Иди сюда! Иди сюда! Вот ты сделай что-нибудь! Давай быстрей! Хочу нагонить быстрей! Ближе! Ты не у бабушки? Да, пап, все хорошо. Мы тут с ребятами на 3 дня до числа вышли порыбачить. Слушай, ну предупреждать надо. В поход они ушли. Все, отлично, Костя с нами. Все, пока, пап. Молодец. Есть в отца. Извините, пожалуйста. Господин Синицын, это вы? Да. Вам звонит ваша жена. Алло! Ты меня слышишь? Я договорилась с самолетом и улетаю в Москву! Оттуда в Пермь! Аня! Какая Пермь? Ань, ты что несешь? Твой паспорт у меня! Аня и Костя нашелся! Я тебя не слышу! Пока! Прошу. Спасибо! Ребят, постеснитесь. Дамочки, место. Здрасте. Ну что, на Москву? У вас все в порядке? Ага. А где у вас здесь диско-бар? А... Коряга! Коряга! Вон их лодка. Давай туда. Они где-то здесь. Такая прелесть. Что тут у нас? А посущественнее что-нибудь есть? Да вот, видишь, сейчас грибы пожарятся. Фу, грибы. Жди тут. Сейчас нормальные еды достану. И откуда он взялся? Мальчик этот. Надо его... поймать. Надо. Нам эти деньги ой как нужны. Может, завяжем жизнью такой? Валера. Как завяжем? Ты не врубаешься? В
Все легализовались уже давно. Сидят, бусы дуют, плавы считают. А мы как динозавры или молодежь? Что ты предлагаешь? Баллотироваться. Куда? В городскую думу. Учись, ботан. Ой, все, я спать. На, с ним лучше будет. Спасибо. Тут на двоих места хватит. Да мне нормально, мне не привыкать. Че ты там как бомж? Давай ложись. Вот, под голову положи. Модные костюмы, рестораны, прием у губернатора. Красиво. Дмитрий Сорокин? Увеличит пенсии и пособия в два раза. Звучит? Звучит. Реальная власть реальным мужикам. Угу. Мне его папа вообще-то подарил. Маш, ну прости, пожалуйста, я не хотел. Маш, прости. Ладно. Мир, мир. Держи. Спасибо. Красиво! Пить!
мальчишки. Деньги давай. Билеты пойду куплю. Сколько надо тебе там? 100 рублей Слушай, а у тебя не будет мелочи пацанам на лимонад, а? Ребят, простите, у меня денег нет. Тебе что, пацанам на лимонад жалко? А если я проверю? А что у тебя в рюкзаке? А вам что надо? Это твоя подружка? Подержи. Слышь ты, дылда, у меня черный пояс по карате. Так что валите, пока живы. У тебя пояс. А у меня нож. Ну, привет. Что, попали детишки? А ты что за перец, а? Я рыжий. О, дай сюда. Ну... Слышь, подростки, свалили отсюда! Мне с корешами потолковать надо. А ты, походу, не понял. Сначала побазарим мы, а потом ты... Автобус. Слышь, пацан, чё, бессмертный? На! Марш, автобус! Костя, бежи! Тут должна стоять какая-то башенка. А ее здесь нет. Ничего не понимаю. Смотри, там деревня. Пойдем спросим. Пойдем. Здрасте. Здрасте, а вы местный? Здрасте. Конечно, местный. Какой же еще? Простите, а вы не могли бы нам помочь? Вы не знаете, где может находиться вот эта вот башенка? Башенка? Да, вот эта вот. Это что ли? Так смыло ее давно наводнением. А что-нибудь осталось? Какие-нибудь карты или документы о том месте? Конечно, в музее нашем.
давайте мы вам поможем, а вы нам дорогу к музею покажете. Место у нас тут историческое. Да, Строгановы тут были, мы знаем. Все это вы знаете, не только Строгановы. Закрыто. Что делать? До завтра, что ли, ждать? Подожди. И что? Жди тут. Маш! Маша! Что бы ты без меня делал, ботан? Давай, заходи. Смотри, я что-то нашел. Что вы нашли, Константин? Вам очень идет. Мария. Спасибо, Константин. Так что вы нашли? Смотри, соболи. Такие же, как и на карте, и на гербе Строгановых. Так, эта точка совпадает примерно с кунгурскими пещерами. И что нам теперь в Кунгур? Уже поздно. Переночуем здесь, а завтра отправимся. Отлично. Ох, и недоброе ты затеял, Семен. Слишком опасно. Ермак сейчас войной занят. Не до нас ему. Тут наша с тобой земля. Мы тут хозяева. Кажись, Максим приехал. Пойдем, потолковать нужно. Здрасте. Привет, что у нас здесь? Да вот, товарищ майор, шпана в музей залезла. Украли что-нибудь? Нет. Слава богу, ничего ценного у нас нет. Только имитации, но это же варварство, вы понимаете? Форточку разбили. Ага. Пойдем посмотрим. Вот, видите? Вижу. И убежали. Куда? Туда! Видео внутри есть? Нет. Я предписывал, Валерий Иванович. Предписывали. Как выглядели нарушители?
как дети. Плохие дети. Товарищ майор, здесь. Алло, Костя! С вами говорит не Костя, а майор полиции Орлов. А где Костя? Дело очень серьезное. Вам нужно срочно явиться к нам в областное управление. Хорошо. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Скажи там, чтоб с трактором кого-нибудь прислали. Да побыстрее, ладно? Хорошо, давай тут не скучай. Держитесь, дамочка. Шеф, мы его упустили. Что нам делать? Угу. Ну, что шеф сказал? Сказал, ждите. Уважаемый, простите, это моя машина. Мы ждем звонка, подождите минуточку. Выходите из моей машины. Дашев. Вася, дверь открой. Понял, шеф. Открой дверь, я сказал. Последний раз они искали что-то в Чердыне. Если они пришли сюда из Чердыни, то, судя по этой карте, следующая точка – Кунгурские пещеры. Можете подбросить наш кунгур? Пожалуйста, можете подбросить наш кунгур? Вам повезло, я как раз туда и лечу. Очень нужно. А мне балласт нужен. Так, давай. Пить тебе надо. Пошли, там полицейские. Точно. Есть идея. Идем за мной, Маш. Посмотрите друг на друга. Надеты ли каски? В пещере очень низкие потолки. Берегите. Я только что из администрации. Вас просили зайти к директору. А что случилось? Что-то про премию говорили. Про премию? Да. Я подержу. Ага, спасибо. Хорошо. Итак, все внимание на меня. Наша экскурсия начинается. Прошу всех следовать за мной. Не отстаем. Все приходим за мной. Берегите голову,
Потолок пещеры очень-очень низкий. Где-то здесь закопаны сокровища Ермака. О, простите, а вы нам будете что-то рассказывать или нет? Да, мне тоже интересно, за что я деньги заплатила. Я заплатил. А я вас не заставляла платить. Что? Ну ладно. Кунгурская пещера известна с давних-предавних времен. Мамонты поселились здесь при викингах, но были полностью истреблены холодной зимой 1812 года. Так, подождите, милочка, что за глупости вы несете? Какие глупости? Вы что, книг не читали? Всем известно, что во время холодной зимы Наполеон потерял 2/3 своей армии. Что, нечем крыть? Так вот. Простите, а где находится грот? Да, где грот? Где нашли два пушечных ядра Ермака. Это ведь он? Скорее всего. Пойдемте посмотрим. Пойдем. Да, это он. Ну вот вы его и увидели. Поздравляю, поздравляю. Маша, я нашел, нам туда. Угу. На этом наша экскурсия окончена. Держитесь вместе, если погаснет свет. До свидания. Безобразие. Верните наши деньги! Осторожно, тут скользко. Куда мы идем? Я видел это место во сне. Костя, мне страшно. Маш, смотри, я что-то нашел. Стрела. Похоже, что это монета Хана Кучумы. А может, там на другой стороне что-то есть? Подожди-ка. Аккуратней. Так. Вот так встреча. Нашли клад, Валера? А что тут у нас? Ай-яй-яй-яй-яй! Если вы еще раз хоть пальцем настроите, я буду кричать! Где ключ? Какой ключ? Бабушкин, который в ларце был. Я не знаю, на какой бабушкин ключ. Знаете что? У меня папа майор полиции, вам конец, если вы что-нибудь с нами сделаете! Валера! Теперь карта. Что тебе известно? Я не знаю, как это расшифровать. Мы нашли только знаки. Какие знаки? Ну, медведи, соболи и стрелу, все. Ну и что они значат? Не знаю. Дайте подумать. Развяжите меня, мне нужна карта. Тут мы нашли знаки. Вот тут медведя, тут соболя,
Здесь стрелу. Медведь Вагулов был самым обожаемым и почитаемым зверем, символом мудрости. А Соболь, Соболь и пушнина вообще была самой ценной валютой в 16-17 веке. Это изображение пошло из Сибири. Стрелы нет на карте, но она обычно что-то соединяет. Соединяй! Да, сейчас. И что получается? Треугольник получается. Треугольник? И что он означает? Не знаю я. Не понимаю. Не понимаешь? Так, может быть, твоя девочка поможет тебе понять, Валера? Стрела? Стрела? Стрела! Точно! Ром, у Соли следующая точка! Нам туда! Видели мальчика в Кунгурских пещерах в костюме Ермака? Принял! Следуем! Конец связи! Ну что, слышали, где видели вашего парня? Аж под Кунгуром в пещерах в костюме Ермака! Андрей Николаевич, простите, но Константин не вор! Кашка, что ты делаешь? Костя! Маша! Бандиты! Давай за ними! Есть! Преследуем машину подозреваемых! Вот черт! Присели на хвост! Машина ВАЗ-2102 горчичного цвета. Номер Клава 384. Тамара Рая. Валера, доставай мины. Если они были здесь и здесь, и еще согласно карте, которую составили Строгановы, то странно, почему они не были в Усолье. А что в Усолье? Ну что вы не знаете, что в Усолье это центр соляного промысла. Там был мой отец на раскопках в Пыскарском монастыре. В конце жизни Аника Строганов, чтобы замолить грехи, принял монашеский постриг и построил этот монастырь. И если ларец действительно времени родоначальников, то они направились туда. Гриша, что с мотором? А? Готово, товарищ майор. Должен быть где-то тут, с северной стороны. Давай. Где Рыжий? А? Рыжий! Рыжий! Я тут! Здесь есть вход! Туда. Давай. Мой дедушка вел здесь раскопки. Thank you.
туда. Живее вниз. Ага. Давай. Вниз. А? Ага. Давай. Нам вниз. Ого, страшно. Я туда не пойду. Стой. Дай карту. За мной. Давай. Ничего не понимаю. Где клад? Да есть клад! Главное богатство империи Строгановых. Новое месторождение соли. Для них это было ценнее любого клада. Вот облом так облом. Соль! Тогда ключ. От чего? Где клад? Дмитрий, а может, ну его этот клад? Говори! А то я тут тебя порежу! Не допустим, выходи, никому ничего не расскажем! Никому не скажем! А чего? Ключ! Едьте! Смотрите! Ты что сделал? Просто стряхнул соль. На старославянском написано. Да врет, он все знает. Колись. Внимание! Дмитрий Сорокин, Егор, Валерий, Воронин, издавайте! Валера! Они нас нашли! Может, сдадимся, а? Но мы же еще никого не убили! Маша, держи! Че? Ты че? Валера! Валера, держи их! Послушайте! Выходите по одному! Давайте без глупостей! Что же делаешь? У нас заложники! Отпустите детей! Давай за ними! Давай! Отпусти детей. Давай по-хорошему. Так ты один, майор? Ха! Насмешил! Отпусти, больно же! У меня пистолет! Дальше нам уйти! Обещаю никого не убивать! Отпустите детей! Брось кирпич! Бросай, говорю! Детей отпусти! Костя! Работает Сова! Оружие на землю! Руки! Руки за голову! Живо! Оставь ребенка! Слава! Славич! Славич! Руки! Костя! Все в порядке? Да, все отлично, папа! Напугал ты нас с мамой. Руки, ноги целы? Все в порядке, пап. Что-то ты худой, тебя кормили? Папа... А что за девочка? Папа, где мама? Где-то едет. Наверное, скоро будет здесь. Дарю. А ну куда? Стой!
Костя! Света! Костя! Мама! Аня! Где ты была? Шевелись. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Какие новости? Хорошие. Дети в безопасности. Бандиты задержаны. Похвально, похвально. Здравствуйте, Марк Захарович. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы что здесь? Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, клад-то хоть нашли? Какой клад? Нашли. Только не такой, который бы хотелось. Ой. Что? Вот ключ. Возвращаю государству. Извините. Там стена обвалилась, а за ней, ну как в Буратино, дверь деревянная. Но только она закрыта на ключ. Ключ? Ключ. Маша! Тара! Куда? Маш, не подходи. Маша, стой здесь. Пропустите. Костечка, аккуратней. Маш, там опасно. Осторожно. Что там за дверью? Дайте я попробую. Отдайте мне ключ. Ну, ой. Ну, что там? Ну, осторожно. Вот оно. Ого, вот это да. Ну, дайте же я пройду. Подождите, ну пройди же мне надо. Товарищи, не трогайте ничего руками! Осторожно там! Старинные монеты! Свет мой, Ермак Тимофеевич. Нет от тебя вестей уже полгода. Семен с Максимом и Никитой хотят обмануть тебя. Если прочтешь это письмо, знай, я уже в Сольвычегодске. Григорий расскажет, как меня найти. Возвращайся живым и здоровым. Жду тебя, твоя Евдокия. Получается, что это Евдокия, жена Семена Строгана, перепрятала клад. Так это что, все из-за любви? А Семен что, не узнал об этом? Братья могли заподозрить ее. А Семен погиб сразу через несколько месяцев после гибели Ермака. При странных обстоятельствах в Сольвычегодске. Был убит посадскими людьми. Так что получается, это Евдокия? Кстати... Известно, что после смерти Семена Евдокия возглавила род Строгановых. О, то есть, как всегда, во всем виновата женщина. Ну, стойте, подождите. Очень серьезные исторические выводы вы все делаете. Думаю, известие о смерти Ермака стало для Евдокии определенным ударом. Но это же не повод делать такие утверждения. Это еще научно не доказано. Марк Захарович, вы же знаете, что дед ему всю жизнь. Товарищ майор, на минуту. Секунду. Андрей Николаевич, мы вас приглашаем завтра к нам в гости. Да, что? Вот Андрей Николаевич. Смотрите, шеф. Шеф? Шеф, да. А позвоним. У кого телефон? Телефон, у кого звонит? У Марка Захаровича. Ой. Значит, да, ну что, да, давайте к нам? Давайте. Да? Ну, давайте. Как приятно. Но все равно хороший. Не следи его. А что это? Конечно, насыщенные у нас были эти дни. Круто было. Не знаю, почему. Ну, я поехал, Андрей Николаевич. А я вам продолжайте. Только на нашей машине. У нас река хорошая. Шеф. Да, давайте встретимся вниз. Что? Если ты еще раз убежишь, мы с мамой тебя искать больше не будем. Не убегу. А ты, Костя, так уж и быть, занимайся своей археологией. А с вами, как и договаривались, Маша, давайте встретимся завтра. Давай отойдем. Да, с удовольствием. Продукты с собой не берите. Я хотел тебе сказать. Что ты хотел мне сказать? У нас с тобой очень классное приключение вышло, да. Да, эффектно получилось. Ну так до завтра. Ну, давай, до завтра. До завтра. Маш, пойдем? Да. Пока. До свидания. До свидания. Пока. До свидания. Да. До свидания. До свидания. До свидания. До встречи. Ну, что загрустил-то? Костя!
Готов? Работаем. Нормально. Как мы уже ранее сообщали, об удивительной находке пермского школьника Кости Синицына напечатали даже в зарубежных газетах. Тайна клада Ермака наконец-то раскрыта. И теперь настало время задать самый главный вопрос нашему главному герою. Костя, скажи, пожалуйста, что ты планируешь делать с полагающимися тебе по закону 25% от клада? Ведь это огромная сумма. Знаете, мой дедушка известный археолог, который прошел весь Средний Урал. И он всегда говорил мне: земля наша богата тайнами, но открываются они только храбрым и щедрым. Храбрым и щедрым – это мой папа. И поэтому я решил ничего себе не оставлять. Я считаю, стоп, что это... Стоп, извини. Сейчас не надо это снимать. Ты подумай, это очень важное решение в твоей жизни. Я решил... Папа, это деньги нечестные, разбойничьи, я не буду. Они полежали в земле, сейчас они уже хорошие, они уже не разбойничьи. Я сказал нет. Мы с мамой уважаем твой выбор. Ну а как бабушка? Бабушке крышу надо крыть, понимаешь? Я сказал, не надо это снимать! Надо дом перекрасить, сантехнику поменять! И уберите свой микрофон, я вас умоляю! Значит так. Да кто нам эти строганы? Я заскучаю. Нашел. Знаешь почему? Почему? Еще раз, сразу. Дубль 5. А у меня тебе подарок. Извини, хорошо. А вам что, нас надо валить отсюда? Сядь! Не сяду! Сядь! Нет, не сядь! Как нам жить-то дальше? Дальше. 3, 7, 0, 1.